Всем привет, меня зовут Петр Ившин. Это небольшой курс учебного пособия для начинающих барабанщиков. Я хочу перед тем, как начать рассказ, поблагодарить компанию Istanbulagop, которая предоставляет мне тарелки. Я испытываю большую радость и счастье играть на этом инструменте. Также я благодарен фирме Sonar, представителем которой я являюсь, прекрасные барабаны и палочки Agner. Я очень благодарен всем этим фирмам за то, что доверили мне честь быть их эндорсером. Ну и теперь непосредственно перейдем к первой теме урока, небольшого барабанного урока, который посвящен очень важному аспекту, которому раньше я не придавал большого значения, но потом стал об этом думать значительно больше и чаще. Речь пойдет о посадке и о расстановке барабанов по определенному образу. Значит, здесь все на самом деле начинается со стула. Вот. И я предпочитаю сидеть достаточно высоко, потому что это дает возможность мне освободить ноги и приблизительно под углом где-то 70 градусов. Вот. И таким образом у меня ноги спокойно лежат на педалях, мне не приходится сидеть вот так вот очень как бы низко и задирая ноги вверх, и мне значительно проще в этом смысле проигрывать какие-то фразы ногами. Вот. И второй важный момент, что я не рекомендую сидеть на стуле достаточно глубоко. Опять-таки, чтобы ноги были свободны для выполнения каких-то фигур ритмических. По поводу позиции, что еще можно сказать? Что очень важно то, чтобы то расстояние между малым барабаном и вашим корпусом должно занимать приблизительно половину инструмента. То есть это приблизительно половина от малого барабана. И вот на таком расстоянии я сижу, потому что посмотрите, как получается. Если, например, я придвинусь ближе к барабану, да, то и при этом вытяну кисти в свободном таком вот движении, то у меня палочки будут, вот как вы видите, в конце барабана, да, находиться вот в этой зоне. А нам нужно играть, отталкиваясь отсюда. Если я поставлю палочки вот сюда, то видите, что получается, локти уходят назад. И исходя из этого, нам значительно труднее будет уже играть и в томы, и, потому что вся наша позиция, она будет вот здесь. А здесь, как вы понимаете, другой звук у барабанов, потому что по большей части нам приходится играть в центр каждого барабана. Поэтому я рекомендую немножко отодвинуться, как я уже сказал раньше, где-то наполовину от инструмента, таким образом, чтобы если мы сложим палочки в центре барабана, то получится так, что наши локти висят спокойно, нам их не надо оттягивать назад или выдвигать вперед, они будут находиться на совершенно удобном расстоянии до инструмента. Соответственно, получается, что мы так можем свободно играть на малом барабане и исполнять какие-то фразы нам значительно проще, потому что наши руки свободны. Относительно постановки флор-тома я хотел тоже сказать отдельно, и малого барабана. Это, в принципе, такие две темы очень связанные. И я видел огромное количество разных барабанщиков. Конечно, у каждого свое удобство того, как нужно сидеть. Но я хотел бы рассказать о своем. Значит, здесь ситуация заключается в том, что для того, чтобы понять, на какую высоту нам нужно ставить малый барабан, нам нужно в первую очередь понять, где же находится зона самого сильного удара. Я сейчас объясню, что это такое. Вот смотрите, если я отодвигаюсь на стуле вот сюда, то я могу приблизительно рукой почувствовать, если вот делаю просто удар по воздуху, я могу почувствовать, где находится вот эта зона самого сильного удара. Она находится, как вы видите, вот здесь. Вы можете это проделать самостоятельно дома, и я думаю, что вы это почувствуете. Потому что если вы поставите малый барабан выше, например, да, то как бы зона находится не здесь и не здесь. Она не находится ни выше, ни ниже. Есть определенная точка, в которой удар будет самым сильным. И я предпочитаю прямо под эту точку ставить малый барабан. То есть вот если вы видите, я сейчас сделаю удар, у меня кисть остается вот в таком приподнятом положении в изначальной позиции, и малый барабан стоит на той высоте,
на которой, собственно, и находится эта точка самого сильного удара. То есть, например, если я поставлю малый барабан ниже, вот, так, вот такой эксперимент, да, то мне уже будет неудобно играть ремшотом. Кисти опускать, видите, и, соответственно, это усложняет задачу. То же самое будет, если я поставлю его, например, выше этой точки. Здесь я имею уже опасность просто промахнуться. Это тоже не очень удобно. Поэтому мы ставим вот в эту самую золотую середину малый барабан и производим удобные удары, которые находятся в зоне самого сильного удара, как я уже сказал. Дальше можно приблизительно то же самое сказать по поводу высоты флор-тома, потому что нам часто приходится играть какие-то фигуры между малым барабаном и флор-томом. Поэтому я предпочитаю ставить флор-том точно на таком же, точно под таким же углом, под которым у меня стоит малый барабан. Таким образом, это дает возможность мне играть какие-то фигуры более свободно. Получается, я очень часто видел, кстати, что, например, кто-то ставит флор-том вот таким образом, допустим, да, ну и можно представить, насколько неудобно играть какие-то фразы, когда, допустим, флор-том стоит или ниже, или под каким-то другим углом. Нам приходится, вместо того, чтобы просто сыграть какую-то фразу, нам приходится при переносе рук менять угол. И, соответственно, это потом будет сказываться на всю игру, и на точность, и на артикуляцию, и на звук, соответственно. Поэтому флор-том ставится приблизительно на том уровне, на котором стоит малый барабан. Таким образом мы получаем одну линию, на которой мы можем все это дело изображать, исполнять. Вот. По поводу высоты альт-томов, это уже такой больше вопрос индивидуальный. Кому-то нравится, чтобы они стояли ниже, кому-то выше. Я предпочитаю ставить их тоже достаточно высоко, потому что, в принципе, мои руки достаточно расслаблены тогда, когда я делаю какие-то движения в них, когда они находятся на такой высоте. Потому что если я их буду ставить ниже, мне будет ну, не настолько удобно. Но опять-таки, как я уже сказал, это все индивидуально. Кто-то предпочитает, например, ставить альтомы под другим углом. То есть, например, кто-то ставит вообще вот так вот, да, и опускает их ниже. Вот. Но опять-таки я сказал, что, как я уже сказал, все, что связано с альтами, это все индивидуально. Вот. Ну и, в принципе, то же самое можно сказать и про хай-хэт, и про тарелки, потому что здесь нет какого-то единого правила для всех. Есть барабанщики, которые любят вешать тарелки, например, вот таким образом, да. То есть, когда тарелка висит вот так вот. И, но я понимаю, что вот при такой постановке в нее их можно только делать крэш. Мне очень важно, чтобы в моей игре каждая тарелка практически, она должна использоваться и как крэш, и как райд. Поэтому я предпочитаю вешать тарелки таким образом, чтобы в них можно было одновременно исполнять и райдовые истории, и, соответственно, делать крэши. Потому что часто приходится играть какие-то вещи, когда, играя в тарелку, какую-то такую фактуру акустического характера, ближе к джазовому, наверное, очень часто приходится делать акценты прямо в ту же тарелку, в которую ты ведешь райд.
как я уже сказал, я предпочитаю вешать тарелки вот таким образом. Также очень важно ставить их на то расстояние. Я настоятельно рекомендую ставить все инструменты таким образом, чтобы в момент игры вы не думали о том, где что у вас находится. Потому что ваша задача, когда вы начинаете играть музыку, просто играть музыку. А если вы будете думать о том, что вот было бы здорово эту тарелку подвинуть сюда, например, а то отодвинуть туда, то, естественно, в этот момент вы будете отвлекаться на эти вещи и таким образом нарушать какую-то музыкальную ткань. Поэтому я придаю очень большое значение посадке, расстановке инструментам, то, на какой высоте они должны быть. Вот. И настоятельно вам рекомендую обратить на это внимание. Не обязательно повторять ту постановку, и ту посадку и ту расстановку, которую предлагаю я. Но самое главное – это найти ваше собственное удобство. И когда вы приходите на концерт и на саундчек, вы должны совершенно четко понимать, как вы будете сидеть, на какой высоте у вас будут находиться инструменты. То есть, потому что очень часто бывает такая ситуация, что когда вы приходите на саундчек, времени и на эксперименты нет. Вам нужно просто уже как можно быстрее поставиться, отстроиться и начать играть. Поэтому для того, чтобы это сделать быстро, не экспериментируя, надо иметь четкое понимание того, как вы будете сидеть за барабанами и на какой высоте будут находиться ваши инструменты. Вот, поэтому я всем желаю удачи. И надеюсь, что этот урок может вам быть чем-то полезным. Всем пока. Спасибо.